Всем привет, я Вика, и это шоу «Академия порядочных парней». Уверена, почти каждый из вас посмотрел или хотя бы слышал о клипе Тимати и Гуфа про Москву и наверняка даже сделал свой вклад в этот банк дизлайков. Так что предлагаю посмотреть другие, самые задизлайканные видео Ютуба. А вы пока поставьте лайк, чтобы это видео не попало в следующую часть подборки. Собственно, возможно, кто-то все-таки не видел последний фит Тимати с Гуфом, потому что первый экстренно удалил его с канала. Но не оставлю же я вас без контента. Причиной такой реакции стал политический подтекст клипа, точнее, просто политический текст. В пятом поколении коренной москвич, не хожу на митинги и не втираю дичь, пешком с Арбата и до площади Гагарина. Там хлопну бургер за здоровье Собянина. И нас таких немало тут, типа меня и Тимы. Мы тут как запасная кремлевская стена. Тимати, кстати, не первый, кого настолько захейтила аудитория, что он удалил видео. Ларин с клипом «Ларин против» тоже стал жертвой дизлайков и вырезал видео с канала на свалку Ютуба. Презираю тебя, мразь! Ларин против любит вас! Презираю тебя, мразь! Был, кстати, у Ларина еще один клип с точно такой же судьбой. Хаван, гребень, помасть, ты петух. Что за бредни, спасти текут. Все для денег, в творчестве стук, дверь стук. Под шконку шут. И если с творческим талантом Ларина все и так понятно и вполне ожидаемо, то дичь, которую вытворила группа «Ленинград», объяснению не подается. Песня «Цой». Просто в 90-м поломали носом. Не просто, но просто, просто 64 тысячи лайков и 134 тысячи дизлайков. Причину провала пишите в комментарии. Интересно, что же вы думаете об этом? Подобное соотношение лайков и дизлайков было обнаружено под клипом Фейса «Я роняю Запад». Я роняю Запад, у, я роняю Запад, а, на моем хуе вся индустрия США. 308 тысяч лайков и почти 700 тысяч дизлайков. Но тут причина очевидна. Обиделись тупые америкосы. Ну ладно, мы-то пошутили и все. А американцы же на полном серьезе. И атаковали русского Ваню. Давайте тогда к ним на YouTube заглянем. Посмотрим, что там у них. Вот вам, пожалуйста, YouTube канал Ютуба. Это, конечно, не совсем клип. Скорее, солянка из клипов, но статистика впечатляющая. 2,6 миллиона лайков и, внимание, 16 миллионов дизлайков. Это видео, кстати, является самым задизлайканным вообще на Ютубе. Так что Ларину и Тимати есть еще куда падать. А теперь приветик из прошлого. Ребекка Блэк Фрайдер. Миллион лайков и 3,5 миллиона дизлайков. Почему так загадка? Ни к монтажу, ни к актерскому мастерству 13-летних ребят, ни к младенцу за рулем, ни к колоритному папику. Лично я претензий не имею. А вы? Школьники вообще нередко становятся объектами дизлайков от взрослых. Вот еще один. And you can tell your friends, we'll be together till the end. 740 тысяч лайков и больше 2 миллионов дизлайков. Что не так с этим клипом? Есть идеи? Ладно, вернемся в Россию. Ведь наши школьники куда круче, они просто так не позорятся. Реклама от Марьяночки. Все будет гладко. Жизнь я с ног до головы такая сладкая. Ручки, ножки, бики. Респект таким девчонкам. 360 тысяч лайков и 370 тысяч дизов. В общем-то, по сравнению с остальными в топе, очень даже неплохо. Другая респектная девчонка постаралась лучше. 37 тысяч лайков и 75 тысяч дизлайков. Настасья Самбурская. Плохие мальчики. Все, что мне надо, Стася. Все, что мне надо, Стася. Хотела, как Риана. Получилось, как Бьянка. А меня тянет, тебе так тянет, любимый. Даже похуже, даже очень. Следующий гость на празднике сомнительного контента – Николай Соболев. Хотела рассказать о нем раньше, но все-таки место Коленьки как минимум в топ-5. Ведь он даже среди худших лучший. 258 тысяч лайков на 255 тысяч дизлайков. Дно не пробито. Ты Дима не ссы, Дима не ссы, yeah.
Хейтер тебя проучит. Дерьмовый флоу, он тебя научит. Предлагаю либо Коленьке помочь и дружно добить 3000 дизов, либо поставить лайк моему видео. Выбор за тобой. Такая же ситуация и с Джастином Бибером, которому не хватило всего лишь 1 000 000 дизлайков к уже набранным 10, чтобы обогнать лайки. 1 000 000 добивать не агитирую, но освежить память рекомендую. Близятся первые места, а значит, пора вернуться к топовым пробитиям. Слава КПСС, Владимир Путин. Владимир Путин, Владимир Путин, Владимир Путин, в русском рэпе Владимир Путин. К иронии Славика еще не все адаптировались, да и не обязаны были. Так что топ-4 заслуженно принадлежит Гнойному с его незаслуженными дизлайками 170 тысяч. А ведь топ-3 заняли видеоблогеры, казалось бы. То, как не мы умеем производить качественный контент. Эдвард Атева, Дизна Лиску, Рука-лицо. Живу как хочу, а ты нет. Рука-лицо. Рука-лицо. Оценил твой годный контент. Рука-лицо. 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 Второе место MC Хова. Секс-бухло, русский рэп. Секс-бухло, русский рэп. Секс-бухло, русский рэп. Секс-бухло, русский рэп. Казалось бы, как с таким названием что-то могло пойти не так? Но как-то пошло. 58 тысяч лайков, 170 тысяч дизов. Глубоко ныряете, Юрий. А первое место занимает мастодонта дизреспекта. Русский Джастин Бибер и одной из самых глубоководных млекопитающих планеты. Рома Желудь. С символичной песней «Лайк». Лайк, 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 лайк. Лайки действительно были. 64 тысячи за 8 миллионов просмотров. Но что-то пошло не так. Лайк, 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 лайк. И Ромчик унанул в 220 тысячах дизов. Ну а на этом видео подошло к концу. С вами, как обычно, была Вика. Жду твою подписку и... Лайк, 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 лайк. И напиши в комментарии топ-3 клипа, которым бы ты поставил дизлайки. Самые интересные комментарии попадут в следующий выпуск. Не забывай подписываться на канал и нажимать колокольчик. А мы увидимся завтра. Пока-пока. Это АП. Академия порядочных парней.